Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как включить синхронизацию на устройстве Honor 7A, Google Backup и всякое такое. Для того, чтобы это сделать, вам вначале нужно будет перейти в приложение «Настройки». Переходите в «Настройки», затем спускайтесь в самый низ и выбираете пункт «Аккаунты». Выбираете Google и выбираете, что будет синхронизироваться с аккаунтом Google на этом устройстве. Естественно, выбираете абсолютно все галочки, ну, либо же, если вы хотите отключить синхронизацию, отключайте все галочки. Если вдруг вы видите, что синхронизация последняя была очень давно, ну, у меня в моем случае это было сегодня, поэтому даже час назад, поэтому в моем случае так, ну, типа, делать этого не нужно будет. Но, если вдруг у вас синхронизация была очень давно, и вы понимаете, что телефон, ну, не синхронизировался сам, когда это было нужно, нажимаете «Синхронизировать его вручную», и, как вы видите, телефон начинает синхронизироваться именно в этот момент. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч!